Отработка дриблинга, пасов и бросков. Вот так проходит первая тренировка юных баскетболистов из клуба «Кали Баскет» после триумфального возвращения с открытого межрегионального турнира «Кубок Феникса». Проходил он со 2 по 5 октября в поселке Покровское Московской области. В нем принимали участие ребята 2010 и 2012 годов рождения из Березняков и Соликамска в составе сборной команды. Одним из участников турнира стал и Данил Бухаринов. Мы ездили на Кубок Феникса в Подмосковье, в Покровское. Там играли с командами, был первый тур. Мы проиграли только Самаре. Вот Самара была очень сильная. Мы в первом периоде и во втором их начали выигрывать, а потом в четвертом периоде они нас догнали и обыграли. Еще один юный баскетболист Владимир Пологов. Мы использовали технику 41 и быстрый отрыв, и все. Какие это результаты это принесло? Да. Какие? Второе место под группе. А теперь о главном. По итогам серии встреч наши спортсмены на турнире завоевали серебро. И эта награда вполне оправданная и заслуженная. Ведь юные баскетболисты прилагают все силы к своему спортивному росту. Тренируются 5 дней в неделю. А вообще, благодаря баскетбольному клубу «Кали Баскет» в Березняках и Соликамске, более 1500 ребят могут заниматься этим видом спорта совершенно бесплатно и воплощать свои мечты о чемпионском пьедестале. В этом году мы заявились и играем несколькими возрастами в Кубке Феникса. Это такой, ну, очень интересный турнир, вот именно для младших возрастов. То есть он по своей организации напоминает первенство России. То есть там не в течение сезона 3-4 тура будет. То есть сейчас мы уже с более лучшей позиции переходим на следующий этап. Напомним, что межрегиональные соревнования первенства России по баскетболу проводятся по территориальному принципу и представляют собой первенство федеральных округов двух и более. У юношей 2010 года в середине ноября состоятся еще 6 первенств – в Волгограде, Новосибирске, Покровском, Москве, Салавате и Нижнем Тагиле. В них примут участие 65 команд, в том числе и наши юные земляки. Ну что ж, пожелаем ребятам удачного выступления и полную корзину забитых мячей. Любовь Битнер, Ольга Распономарева, Кирилл Геранцев. Наши новости.